Почет финансистам. Аким Жамбылской области поздравил сотрудников финансовой сферы с профессиональным праздником. Ряд граждан, пришедших на прием, были награждены медалями за вклад в развитие области и благодарственными письмами. 15 ноября – день рождения тенге. В обращение первые банкноты национальной валюты поступили в 1993 году. Спустя 4 года в стране официально утвердили праздник сотрудников финансовой системы. Поздравляя пришедших, аким области отметил их высокий профессионализм и подчеркнул значимый вклад в экономическое развитие региона. 15 ноября 1993 года в соответствии с указом первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в стране введена валюта тенге. Вы внесли значимый вклад в становление и укрепление финансовой системы нашего региона. Поздравляю всех вас с профессиональным праздником. На данном этапе наблюдается положительная динамика экономического развития области. Для сравнения, в 1996 году бюджет региона составлял около 2 миллиардов тенге. Сегодня эта цифра выросла до 500 миллиардов. Евгений Шарыгин – один из тех, кто не понаслышке знает об изменениях, произошедших за четверть века. Ежедневно проделывается большая, кропотливая работа всеми сотрудниками финансовой системы и как в нашем регионе, в областном акимате и банках второго уровня. Я как бы желаю успехов и благополучия в нашей во всей деятельности. В свое время, то есть в 93 году, было принято, можно сказать, судьбоносное решение. Мы ввели национальную валюту, которая является одним из символов нашей независимости, нашего независимого молодого Казахстана. Участники встречи поделились своими воспоминаниями о прошлом. Стоит отметить, что аким области начинал свой трудовой путь финансистом. Экономическая стабильность региона – отчасти заслуга тех, кто пришел на встречу с главой региона. Их труды были оценены по достоинству. Они получили медали за вклад в развитие области, почетные грамоты и благодарственные письма. Ринат Рахматуллин, Руслан Сандыбаев, Жамбыл Ньюс.